Представители породы австралийских овчарок, которые также называют ауси, отличаются необычной красотой. Они покоряют людей своим нетривиальным окрасом, выразительными глазами и понимающим взглядом. Порода получилась путем сложного скрещивания бордер-колли и пиренейской овчарки. Ауси относятся к пастушьим породам. Это среднекрупные собаки с идеальной выправкой, ровно поставленными лапами и пропорциональными размером головы. У них чаще других встречаются, естественно, голубой цвет глаз, хотя большинство особей рождается с янтарными или карими оттенками. Рост в холке 41-58 см, вес 16-32 кг, продолжительность жизни 13-15 лет. Расцветка австралийских овчарок разнообразна, но официально стандарт признает только 4 расцветки шерстяного покрова – черный, мраморно-голубой, красный, красно-мраморный. Ауси отличаются уравновешенностью, энергичностью и активностью. Они очень ласковые и жизнерадостные. Представители породы хорошо воспринимают дрессировку, радостно встречают новые задания и отлично их выполняют. Ауси очень дружелюбные и легко находят общий язык как со своими сородичами во время прогулок, так и с остальными домашними животными. Для представителей этой породы невыносимо сидеть целыми днями в замкнутом пространстве. Двигательная активность им просто необходима для поддержания мышечной массы, хорошего самочувствия и настроения. Австралийская овчарка очень умная и талантливая, легко обучаемая и поддающаяся дрессировке. И это неудивительно, поскольку в ее селекции участвовали бордер-колли, которые являются самой умной породой в мире собак. Поощрительно-мотивационный подход должен стать основополагающим методом в изучении команд. Нельзя проявлять грубость к питомцу и наказывать его. Это может сделать собаку робкой и пугливой. Ауси прекрасно чувствует себя в городской квартире при условии, что с ней достаточно долго гуляют и играют в активные игры. Австралийская овчарка – обладательница полудлинной шерсти с густым подшерстком, нуждается в вычесывании 2-3 раза в неделю, а в период линьки – ежедневно. Порода прекрасно подойдет активным людям и большим семьям с детьми. Ауси обожает детей и станет их неутомимым компаньоном для подвижных игр, а также будет присматривать за ними, как за своими собственными маленькими сородичами. Если вы любите активный образ жизни, ауси идеально вам подойдет и станет вам самым надежным и любящим компаньоном. Здоровый щенок австралийской овчарки активный, любознательный, игривый, не агрессивный. У него должны быть чистые глазки и ушки и не раздутый животик. Но при этом малыш должен быть упитанным. Друзья, на нашем сайте вы можете познакомиться с породой австралийская овчарка и приобрести щенка множества различных пород от проверенных и титулованных родителей. Наши ответственные заводчики помогут вам на всех этапах взросления щенка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео вам понравилось. Напишите в комментариях, в каких породах вам было бы интересно узнать. Увидимся в следующих видео!